Здравствуйте! Сегодня мы с вами научимся плести комбинированное кольцо. Комбинированное кольцо всегда плетется двумя челноками. Можно делать нитку одного цвета, можно два цвета, как вам надо к вашему изделию. Можно добавлять бисер. А вот это колье, такое симметричное у меня. А, тоненькие браслетики. Видите, здесь 4 бисера. У меня есть видео, как плести этот браслет. Здесь по одной бусинке добавлено. Ну, вот такие сережки. Просто тоже плетутся комбинированные кольца. Одна полосочка, потом соединяется вторая и третья. Так, приступим. Наматываем на челночок ниточки. И начинаем плести обычное колечко. Есть два способа плетения. Сейчас все покажу. Делаем 7 узелков. Не будем делать очень большое. Я плету всегда комбинированное кольцо вот таким способом. Как плели, так и держим. Ничего не меняем, не переворачиваем. Берем второй челночок и руку вот так разворачиваем. И работаем вот с этим участком. Делаем точно такой же прямой узел. И обратный. Прямой, обратный. Шесть и 7. То есть все узелочки у нас затягиваются на основную зеленую ниточку. Челнок кладем и тянем за зеленую нитку. Вот как мы начинали первое колечко плести, ой, на первую половинку кольца, и затягиваем вот это колечко. Вот смотрите, здесь между кольцами получилась вот такая ниточка. Одна моя коллега, Ксюша, она нашла вариант, как избежать этого. Последнее кольцо, последний узел мы делаем прямой, и мы не делаем обратный, и тогда у вас не будет вот такого отверстия. Сейчас мы как раз на втором, на четвертом уже колечке это увидим. И сейчас покажу второй способ как раз. Также делаем 7 узелков. Так, доплели 7 узлов. Снимаем с руки, переворачиваем. То есть второй вот этой фиолетовой частью кверху. И плетем вторым челноком. И смотрите, мы делаем, затягиваем неправильно, когда вот учились, затягивали на ведущую ниточку, а теперь мы затягиваем на рабочую. Один узел, второй. Третий. Четвертый, пятый, шестой и седьмой сделаем половинку. Так, обратно мы переворачиваем. Так, сейчас я здесь тоже уберу половинку, забыла. И затягиваем за зеленую ниточку мы тянем. Вот, то есть выбирайте, как вам удобнее. Вот видите, здесь у нас уже получилось без вот этой ниточки. Сейчас сплету еще одно колечко. Раз,
два, четыре, пять, шесть, половинка. Ну, я привыкла таким способом, поэтому я сделаю, как мне привычнее. Раз, два, три, четыре, пять, шесть и половиночка. И затягиваем в колечко. Вот видите, у нас уже нет вот такой вот нитки большой. А когда вы плетете с бисером, там у вас не будет вообще такого расстояния. Где встречается такой элемент? Опять же, у Яна Ставаша. Вот комбинированное кольцо. Значит, на схемах в иностранных книжках половинку кольца, если комбинированное кольцо мы плетем, а другим цветом обозначают. Таким образом. И вот здесь на салфетке три ряда комбинированных колец. Еще очень много комбинированных колец используется при плетении всевозможных животных, так как мы с детьми плетем много всего. На картины делаем. Вот, пожалуйста, вот такой котик. Видите? У него вот это туловище, это все комбинированные кольца. То есть мы переходим с одного колечка на другое. Такую мы делаем красоту.